Приветствую всех, меня зовут Гет, и в прошлой серии Лимба мы остановились на таком моменте где-то под землей, с водой, я уже не помню, это было где-то неделю назад, может, 5 дней назад. Остановились мы из-за того, что были жуткие лаги, из-за того, что я был слишком нервозен на тот момент, меня просто все заколебало, и я не мог пройти, я чисто тупо тупил. В этой серии мы попробуем все-таки пройти Лимба. Ну, я буду записывать как все в одну, а там уже разделю, как получится. Но я уже сел с намерением пройти эту игру, то есть до конца. Попробуем все-таки не тупить. Я даже попробую повырезать те моменты, где я жутко туплю, чтобы просто не тянуть ваше время. Поэтому жмем продолжить и смотрим, где мы остановились. Так. Где-то здесь. Это я помню. Бежим назад. Видно, вот этот луч света нам как-то дает возможность вернуться назад. А что здесь делать, я уже не знаю. Хоть бы хоть одна подсказка была какая-нибудь. Честно говоря, даже. А вон труба поднимается, да, справа, насколько я вижу. То есть, получается, нам нужно. Сейчас я как-то быстро среагировал, я даже этой трубы не видел сначала, думал, вот оно. Так, сейчас на эту трубу, наверное, прыгать надо. Да. Ой, эй-эй-эй. Ай, блин. Все, извините, тупанул. Я про червяка-то и забыл. Нужно, короче, прыгать в самый последний момент, чтобы сразу уже наверх прыгать. А там уже наши друзья-монстрики снимут наш червяк с нашей башки. Так шумно, у меня в наушниках полный каламбур творится, то есть просто вот такое. Даже трудно говорить, потому что приходится повышать голос, а потом мне в Вегасе надо будет его уменьшать. А я-то думал, с той коробкой надо что-то слева делать, представляете? В прошлой серии я жутко тупил, бегал, у меня все лагало. Сейчас хоть не лагает. Хочу, кстати, да твою ж мать, я ж просто пропущу до того момента, чтобы вас опять не мучить, ладно? Так, ну вот мы на этом месте снова, я постараюсь сейчас не забыть прыгнуть именно в последний момент. Выше мы уже подняться не можем, то есть столько ждать надо. Прыгаем, прыгаем, оп, кушайте. Наконец-то мы оторвались от этого бреда. Уровень воды все еще поднимается, поэтому нам нужно вверх побыстрее. Вот, тут дождь. Ах, вот почему. Так, здесь. Что это? Мне не нравится то, что на полу лежит. Мы допрыгнем. Да? Хочу напомнить то, что у меня есть основной канал, на котором я вообще делаю свои видео, то есть профессиональную такую работу. Да или просто такие любительские видео с эдитом, со всякими эффектами и так далее и тому подобное. Обычно по путешествиям, то есть по-разному. Что в голову взбредет, то и снимаю. Вот недавно я на этой неделе просто снимал, ездил кое-куда вместе со своей семьей. Был такой там холм, Кристоф назывался в Литве, тут около границы с Латвией. И я там снял один видосик, выложил на канал, можете зайти, посмотреть, оценить, может вам понравится. Потому что я достаточно долго над ним работал. И для того... О, так, отель. Я просто над ним долго работал не потому, что как бы мне это долго давалось, а... Да что ж ты так кричишь? Потише, а? А потому что этот комп тормозил. Вот почему. Все, я сказал, переходим к Лимбу. А что делать-то? Ну, мы явно не допрыгнем. Придется по этим лезть, что ли, или как? Нет. Или да?
Наверное, туда сразу на H прыгать. Больше никак. Надо только успеть. Оп. Идем, идем, идем. Так, понял. Так, надо прыгать. Ото крутится, видите, меня несет влево. Так, стоп, 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 стоп. Надо... Тень у нас не горит, я сейчас просто... У меня все на экране, столько всего происходит сейчас. Так. Что делать? То есть или мне надо просчитать. Давайте я прыгну сейчас после того, как на правом краю я. Если у него, по-моему, со мной. А что делать надо было? Ай, неудачно. Так. Ай! Что ж такое-то, а? Сейчас застряну здесь опять. Так, насколько я понял, я тут сейчас долго прыгал, пока не понял, что туда просто невозможно добраться. Как всегда, я туплю в начале серии. Внизу, видите, веревка падка. Мне, видимо, нужно туда как-то спуститься. Так, кто мне скайп пишет? Это мой скайп, чтобы никто не говорил, что это кому-то кто-то пишет. Считать опять. Оп. Ай-ай-ай, давай-давай-давай-давай. Фух. Допрыгнули, все. Сейчас надо через по веревке прыгать. Так. Выключаем. Генератор. Все, теперь спокойно допрыгнем наконец-то. Так. Идем, 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 идем. Ой, не допрыгнул. С разбегу, видимо, надо. Как-то в последнее время я что-то на видео AVGN подсел. Кто не знает, это AVGN Angry Video Game Nerd. Я как-то вот смотрел его видосики раньше, а в этот раз я, по-моему, вообще все его пересмотрел, мне так его работа нравится. А в последнее время я так понял, что он снимает полнометражный фильм, так это вообще интересно. Что он там снимет, интересно. И будет... Ну, он сказал, что будет в некоторых локальных в Америке кинотеатрах, потом он на DVD выпустит. Я хотел бы посмотреть на это. Так. Тут все стекло везде, аккуратно. Он как по какой-то крыше стеклянной. Ой. Так, это что такое? Так, вверху там ничего нет? Не. Так, видимо, нужно ее куда-то налево таскать. Аккуратно. А для чего? Нужно как бы прыгнуть с этой лестницы прямо на стекло, чтобы вниз спуститься или что? Сейчас опять затуп будет. Так, ну здесь ничего. Тут стенка простая. Что делать-то? А, все, понял. Так, это логика простая. Оп! Простая была логика, нужно было разогнать ее.
Наверное, на шланг прыгать. По-другому никак. Что-то мне не нравится, что там внизу будет. Что-то там плохое, ой. Только не паук, пожалуйста. Ладно, только не паук. А что справа у нас? Так, справа у нас... так, понятно. Ну, видно, нам без него никак, чтобы направо пройти. Там что-то есть. Ну, мы сначала налево сходим. Я не хочу сейчас бегать, контролируемый этим червяком. Так. Ой-ой-ой. Что ж такое неуклюже-то? Так, видимо, нам нужно толкнуть и потом бежать. Что у нас тут? Чего? Стрелка? Домик? Чего? Видимо, ничего. А я думал, тут что-нибудь будет. Видно, что-то сверху пойдет. Слезет. Для чего эта стрелка? Кстати, не уверен. Наверное, буду резать по 20 минут серию, не по 15, как в прошлый раз. Хотя последняя серия по 20 получилась, чтобы уже закончить. Потому что за 15 минут ничего у нас такого много не происходит. Так, понятно, как всегда. Поэтому нам нужно было слева, налево сходить, чтобы это все опустить и не тупить. Все правильно мы сделали. Там, видимо, свет будет, и от света оно нам, ну, то есть, дает... То есть, заставляет идти в другую сторону. Идем, идем. Так. Что у нас дальше? Я не понимаю, я бы не смог, наверное, с червяком в башке бегать, то есть с дыркой с такой. У него там такая дырявая голова, наверное, уже. Бедный Лимба. Кстати, я не понял, Лимба, говорят, что это мир, так это называется, в котором мы, собственно, и прибываем. А... так, лаги пошли сейчас. А то есть не его зовут Лимба, и это вообще какой-то левый пацан, то есть у него имени даже нам не дают. Я думал, Лимба это его так зовут. Так, а что делать? 17, 16, 15. FPS пока выдает. Ну ничего. Так. Понятно, что прыгать придется. По-другому никак. Так. С разбегу. О! Паркур. Так, это кнопка. Так, по-моему, надо просто прыгать. Да. Сейчас я быстро среагировал достаточно. Так, все, теперь что? Там видно яма, там нам туда не надо. Наверное, просто когда она придвинется сюда, попробую я прыгнуть. Я все правильно сделал. Да. Что-то я быстро в этот раз реагировал. Так, что теперь делать-то? Ну, мы не допрыгнем явно. Только если, ну вот так вот, раскачивать ее. Сейчас я раскачаю побольше. Слева. Сейчас опять сюда. Направо. Нет. Оп. Да. Еле-еле допрыгнули. То есть нам обратно, что ли, или что? Что там было? Так, все понятно. Это я тупо, жестко тупанул сейчас. Думал, допрыгну. Так. Давайте еще раз.
точно допрыгнем сейчас уже. Да, видите. Так, а что тут-то? Видимо, у нас двигать эту платформу нужно каким-то образом. Ага. Ай. Так, допрыгнули. Отлично просто. Так, идем. Так. Так, мне кажется, что я здесь буду жестко тупить. Это я понял. И что, и все? Это нам типа показали, как оно работает, да? То есть. Сейчас там какие-нибудь будут. Ай! Что это было? Так, мне кажется, что что-то сейчас будет нехорошее, как я потяну этот рычаг. Бежать, сейчас что-нибудь свалится. Что делать-то? Мы не допрыгиваем. Вот эти балки мы не сможем притянуть каким-то образом? Нет. Да, я понял. И чё? Пришло теперь. Вот это для чего нам? Чего же это придумали тут? Тянуть это можем, да? Но никакого нам эффекта это не дает. Ну-ка, дай-ка я вниз спущусь. А, я думал, вниз спуститься можно. А вот у нас и коробка. Я ее не заметил.